Добрый день, Владимир. Здравствуйте. Сегодня вы играли игру с командой Тоттенхэм. Матч получился очень интересным, хотя и выглядел со стороны, как будто бы победа не была никому не нужна. Что вы можете сказать как игрок? Нет, ну, соперникам, думаю, все-таки нужна была победа. У нас, в принципе, да, ничего не решается уже, как бы в нашем раскладе. Мы вышли поиграть, как бы больше, наверное, для удовольствия уже. Ну, вы все равно как-то быстро получили 2 гола в первые 5 минут. Ну, после этого, в принципе, собрались, сравняли счет, а дальше уже пошла, мне кажется, такая открытая игра без центра поля, то есть в атаке в обе стороны. Ну, в общем, получилось весело. Ну, больше, да, были такие забросы все-таки в атаку очень много и у вас, и у них. Но в итоге, как считаете, мог бы быть вообще другой результат? Вообще мог абсолютно быть любой счет, в любую пользу, моментов хватало и в нашу сторону, и в сторону ворот соперника. То есть и им не хватало точности, и нам не хватало завершения там, может, какого-то паса. И вратари выручали очень часто, и даже там уже с линии ворот вытаскивали. То есть да, моментов было очень много, и там еще 6 могло быть. И в любую сторону, ну, чаша весов могла переклониться, в принципе. Ну а если вот, невзирая на все результаты, да, команды Киева, вы можете сказать вот по этому кубку что-то вот о своей команде, что-то изменилось, может быть, какие-то перспективы там наметились иные, ну, у вас? Мне кажется, мы по сравнению вот с турниром итальянской лиги, наверное, стали больше уделять внимание атаке. То есть в чемпионате мы больше играли вторым номером от обороны. Сейчас вот на зимнем кубке и вот в матчах этой Лиги чемпионов мы пытаемся больше сами держать мяч, играть первым номером. Возможно, пока это, конечно, ну, трудно перейти со схемы на схему, но будем пробовать. В принципе, в атаке у нас получается очень много и комбинаций, и моментов создаем. Не хватает вот завершающей стадии атаки, поэтому, ну и в обороне ошибки тоже надо исправлять. То есть, повторюсь, мы сейчас пытались играть больше, наверное, эти игры первым номером. Так что перестройка чуть-чуть идет, лучше или хуже, ну, увидим в дальнейшем. Получится, ну, я думаю, да, тут получается перерыва особо у вас не случится. Вы из сезона в сезон как раз войдете, и только могу вам пожелать удачи. Спасибо и вам. Спасибо.